Это мой новый влог, и сегодня мы будем отмечать мое день рождения. Я сейчас стою с Вадимом около его подъезда, мы сейчас пойдем к Женику, к шведу, и уже тогда порулим до меня на шашлычки. Вы все чики-пики лимбопони, я наконец-то дождался этого дня. Да, Вадим? Дождались этого дня? Кого? На шашлычок ко мне. Сопли на нас увисят, отвали. Короче, мы уже вот идем через мою старую школу, 15-ю, идем к Женику, к шведу. Эти пи***. Приготовили мне рыбалку, видно, туалетную. Я давно мечтал о рыбалке. Бля, ты смеешься, ты думаешь, там не рыбалка, пошли, пойдем. Блять, нихуя, ставьте лайкос. Ну да, если ты не ладно, ставьте лайк за новое качество, что я поднял своей съемки. Это уже намного лучше, это я добавился, блять, процентов 20 к своим видосам, это по качеству. Будем его ждать. Ставь лайк, подпишись, да, ставь лайк обязательно. Скоро, наверное, пойду на какой-нибудь руф. Ну, уже это после всех праздников. Кстати, я починил свой велосипед, ну, БМ. И уже, наверное, буду скоро в скором времени катать на нем. И тоже будут видосики с катки. Хоть я катать особо не умею, ну, блядь, как особо я вообще не умею на нем катать, короче. Ну, в общем, буду что-то стараться снимать, делать. Лайк за качество, за новую камеру. Да, вот так вот, если бы не день рождения, у меня не было бы новой камеры, я бы снимал полный шлак. Сейчас будем смотреть. Камеру сначала посмотрим. А что камеру? Ну иди сюда. Короче, слушай, мы решили тебе подарить этот обосранный подарок в честь твоей обосранной жизни, чтобы там не было таким резиновым. Заебал. Короче, как говорится, для взрослых парней взрослые цацки, поэтому держи подарок. Самая песня, которая была, чё? То, что ты никогда не ожидал. Нихера себе, пацаны, стойте, подождите, поснимай. Нихера себе. Что как болит в твоей городке, довезти до дома красивой. Да. Ту, которую ты и мечтал. Золотая? Да. Да, было, да.